И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Олег Алавгудвин, и мы проходим сейчас специальный мануальный массаж. Немножко расскажу основные принципы нашей работы. Ну, прежде всего, чем он отличается от классического массажа? В классическом массаже обычно очень много времени, вот это тайм-лента такая, да, сколько бы там массаж ни делался, например, вот от сих до сих, ну там полчаса, 40 минут, да, час. У него примерно процентов 80 уходит на растирающие техники, согревающие техники. И где-то там процентов 20 на разминание, конкретное разминание, да, проблемных зон. В специальном мануальном массаже где-то процентов 20 уходит на разминание, процентов примерно, на растирание согревающей техники, да, процентов где-то 50 на разминание, в том числе глубокое разминание. Сюда же относятся свои всякие точечные техники, ну, примерно я тут расписал, да, то есть растереть, это значит согреть, да, размять, это вот миомассаж, там, релизинг, это вот точки, фасции, все вот эти, глубокое проминание, разглаживание фасции даже, это все сюда относится. Потом где-то процентов 20 уходит на всякие вибрационные техники, они у нас уже включены в процесс, да, то есть они не как отдельным пунктом, да, они, ну, это всякие вот вибрации, поколачивания, потряхивания, они уже встроены в эти приемы. И процентов 10 оставшихся, это идут непосредственно трастовые техники и тракции. Тракция — это вытягивание, траст — это вот непосредственно хруст, щелчок там, или как вот феномен щелчка. То есть правка костей. Но все равно это оно может случайно быть, не специально сделано, да, либо специально. Просто весь сам вот этот массаж, специальный мануальный, подготавливает к дальнейшим манипуляциям. То есть, по идее, мы это тело или область тела подготавливаем, и только потом уже начинаем, то есть уже это следующий шаг. Последние 4 дня мы будем это проходить. Соответственно, общий принцип — это согреть, размягчить мышцы, да, чтобы они позволили залезть глубже и там уже воздействовать на кости, на позвонки. Прежде всего, логика в чем? То, что повернулся позвонок, например, да, мы будем прощупывать, это прежде всего мы увидим, что с этой стороны мышцы более напряженные, чем с этой стороны. Значит, эта мышца его тянет. А мышцы бывают настолько жесткие у людей, вы не поверите. Это не просто спазм. У некоторых прямо такие каменные. Я такие мышцы локти себе, суставную сумку рвал на обоих локтях. Реально, люди за собой не следят, до такой степени там окаменевшие ходят. Я даже по консистенции как бы тело, ну, разграничил. Есть сметанообразное, желеобразное, пластилинообразное, глиняно-образное, деревянно-образное и каменно-образное. Вот иногда люди до такой степени себя доводят. Поэтому мы сначала убираем мышечные спазмы, что дает нам легче приступить к непосредственно правке. Ну, есть люди тоже разные, есть такие люди, ну, вот молодые ребята, ко мне вчера приходили, лет где-то там 20-25, но они видно, они прям идут такие вот все подвижные, такие вот, они все шевелятся. Им даже без всякой разминки и согревания чик-чик-чик все поставил. А есть такие, приходят, ну, прям закостеневшие. Вот с ними приходится работать долго, и даже не один сеанс, даже не 5 сеансов, а там бывает до 50-60 сеансов доходит с такими людьми. То есть это вы должны человеку объяснить. Если он хочет получить результат, да, то это лучше проходить курсом. И, соответственно, от его организма, от длительности той проблемы, с которой он пришел, ну, сколько он ее носит, он с этой проблемой ходит 2 недели, 2 года или 20 лет, да? Соответственно, это повлияет на количество сеансов наших. Ну и мы идем, естественно, по телу от простого к сложному, в образовательных, в нашем образовании тоже будем от простого к более сложным элементам переходить, от общего к частному, и растирание тоже будет у нас, сейчас будем делать как раз непосредственно. Сначала общую зону растираем, да, а потом уже локальные зоны. Локальные зоны я вот разбил на сегменты, или сектора такие. По такому принципу у нас идет. Дело в том, что начинаем слева, самая первая зона, там, где находится сердце.
оно качает кровь, да, и мы ему должны подгонять кровь. Если мы начнем ее гнать откуда-то отсюда, с ноги, но есть разные школы, разные техники, я там их не осуждаю, не спорю. У нас логика по классическому русскому массажу, где наиболее правильно, я считаю, объясняется принцип кровеносной системы и лимфосистемы. Да? Дело в том, что про лимфосистему я, может, скажу. Кровь у нас качает в теле организма сердце, да? Ну сколько там, 60-80 ударов в минуту. А лимфу качает только массажист. Есть такая поговорка. Но это отчасти правда. Люди про лимфу не думают, про свои врачи им про это не говорят. Раньше были врачи-лимфологи, сейчас их вообще исключили, таких врачей нету. К такому врачу идет человек только тогда, когда у него онкозаболевание. Представляете, вот зачем до этого дожидаться, когда мы можем... А лимфа – это чистит наш организм, она должна постоянно работать. Собственно говоря, из-за ее загрязнения мы стареем и в итоге умираем. Из-за ее загрязнения появляются всякие там папилломы, липомы, бородавки и так далее, старческие пятна и так далее. Все из-за лимфы, работает лимфа. И лимфа течет только снизу вверх, от пальчиков ног и вот там до головы, от кончиков пальцев, рук, да, и до головы. Ну, про лимфоузлы я отдельно буду говорить или показать здесь. Давайте быстро покажу. То есть отдельно лимфодренажный массаж мы не делаем, он уже включен в работу. Соответственно, мы будем часто делать так, что гоним кровь к лимфоузлам. Ну, вот здесь вот они находятся, в подколенной зоне, да, в паховой зоне, там спереди. То есть будем вот туда вот заводить наше движение. В подмышечной зоне будем вот туда вот заводить. На плоскости тяжело показать, да? Вот туда будем наше движение заводить. После отработанной зоны, да, отработали зону, и все туда вот уводим. И в подключичной зоне. Это вот туда, вот сюда вот будем уводить отработанную нашу материю. И мешательную жидкость там все вместе. Соответственно, вторая зона получается, ну, допустим, тут поясница, да, потом ягодица, бедро, икроножная мышца, это пятая зона, стопа, шестая зона. И пальцы, седьмая зона. И также здесь вот плечо получается, вторая зона, третья зона, четвертая зона, пятая, шестая, шестой сегмент. Шея, это вот получается шейно-воротниковая зона, вторая, голова, третья, ухо, четвертая зона. Все наши движения, соответственно, идут снизу, вверх, ну вверх имеется в виду к сердцу, да? В сторону головы, потому что мы гоним лимфу вверх, мы гоним кровь к сердцу, а наше тело, оно пористое, ну как губка, да, то есть если бы мы начали с бедра, например, да, потом ягодицы, потом сюда, то получается, мы бы вот эти все жидкости под большим давлением давили на следующую зону, ну допустим, на ягодицу, да, просто было бы больнее человеку. А если мы размяли до этого ягодицу, то есть там уже пошел отток, да, оно уже заработало, оно, процессы метаболизма ускорились, то потом он как бы даже помогает нам, подсасывает вот эти жидкости, которые мы отсюда ему гоним с четвертой зоны, потом с пятой, потом с шестой. Вот для чего все это делается. То есть в каждой зоне мы работаем снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Но зоны делим наоборот, в обратной последовательности. И в голове, соответственно, то есть если все было снизу вверх, то в голове наоборот, сверху вниз, то есть вот туда. Именно поэтому мы начнем сейчас массаж с левой стороны, чтобы вы понимали. Вот такие вот принципы запомните в нашей работе. И, соответственно, идем от поверхностного к более глубокому. То есть от растирания к мышцам, потом к костям уже и межкостным сочленением, соединением. Это уже глубже, между косточек даже будем залазить. Готовьтесь, сейчас мы приступаем. Ну а если вы настолько смотрите на видео, то зря вы это делаете, по видео все равно ничему не научитесь. Приходите сюда, мы вам поставим руки. С вами был Олег Алагудвин,
Не забудьте поставить лайки.